знаете, у нашего сегодняшнего спектакля нет названия. В очередной раз мы с вами обратились к русской классике. Сегодня вы увидите отрывки из произведений Чехова, Толстого, Пушкина, Лескова, Куприна. Кого-то забыла? Гоголя. Гоголя. Все эти имена, к которым мы уже обращались много-много раз за время существования нашего театра. Все эти люди, все эти писатели, которые своим духовным трудом, духовной работой сделали нас такими богатыми. Я когда-то, по-моему, уже говорила, мне нравится одно выражение у индейцев, старое индейское выражение, о том, что мир, его богатство, земля не принадлежат нам, они принадлежат нашим детям. И мы только берем это взаймы у них, и потом нам им это возвращать. Так вот, какое счастье, что нам есть, что вернуть и что передать. Эти отрывки, собранные в один спектакль, сами по себе, если вы не знаете полностью произведения, к сожалению, для многих будут непонятными. То есть, конечно, вы можете насладиться игрой наших актеров и красотой текста, но, не зная произведения, они все равно будут немножко оторванными. Но о чем я думаю, о чем мечтаю? Чтобы те из нас, кто уже прочитали эти произведения, сейчас имели возможность вспомнить эти персонажи, вспомнить эти отношения, вспомнить то время, когда мы их читали, и о чем мы думали, и что мы переживали в связи с этими именами. Для других, может быть, это послужит поводом, чтобы к этим книгам, к этим произведениям обратиться. А еще лучше, и в этом я точно уверена, чтобы вы вместе, те, кто прочитали, и те, кто еще не знает, собрались и вслух вместе погрузились в эти книги. И поверьте, я говорю совершенно искренне, я мало знаю моментов, какие люди так сладко, так безоглядно, так радостно объединяются, когда мы читаем друг другу эти книги. 20 минут плюс 20, плюс 20. Итак, начинаем. Слушай, красавица, покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях. Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? Чего же нам бояться? Волки сюда не заходят. Да разве волки одни? Снега вас и нести может, пожар может случиться. Мало ли что еще. Вы здесь одни, вам помочь никто не успеет. И слава богу, как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили. Так лучше бы было. Да вы сами-то кто будете? Пожалуйста, не тревожься. И бог, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и еду. Скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злобы делают? Плохо нам от них приходится. Простые люди еще ничего, а вот начальство. Раз в год только схожу я в местечко купить мыло да соли. И вот еще бабушке чаю. Чай она у меня любит. А то хоть бы и вовсе никого не видеть. Ну, вы с бабушкой людей не жалуете? А мне можно когда-нибудь зайти? На минуточку. Ну что ж, заходи, коль вы впрямь добрый человек. Только вот что. Вы если когда к нам забредете, так без ружья лучше. Ты боишься? Чего мне бояться? Ничего я не боюсь. Вот только не люблю этого. Зачем бить пташек или бить зайцев тоже? Худого они никому не делают, а жить им хочется так же, как и нам с вами. Я их люблю. Они маленькие, глупые такие. А вот вы мне не сказали, что вам бабка нагадала? А что? Так себе, просто спрашиваю. А вы верите?
как сказать. Вернее, больше что не верю, а все-таки почем знать. Говорят, бывают случаи. Ну а ты, Олеся, умеешь гадать? Нет, не стану. Ни за что не стану. Ну уж это нехорошо, Олеся. А теперь он знакомца нельзя отказывать. Почему ты не согласна? Ну хорошо. Я, пожалуй, скажу. Только смотрите. Уговор лучше денег. Не сердите, если вам что не понравится. Вышло вам вот что. Человек вы хотя и добрый, но слабый. Доброта ваша нехорошая, несердечная. Стол вы своему не господин. Да людьми любите верх брать. А сами, хотя и не хотите, но подчиняйтесь. Деньгами не дорожите и копить их не умеете. Богатыми никогда не будете. Говори дальше. Говори, говори. Все, что знаешь, говори. Дальше вышло, что жизнь будет ваша невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое. А тем, который будет вас любить, вы принесете много горя. Но все это будет через много лет. А вот в этом году, я не знаю, когда я, может быть, даже в этом месяце. Что же будет в этом году? Даже уже боюсь говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужная она или девушка. Но знаю, что с темными волосами. Что вы смотрите? Ну да, вроде моих. Не смейтесь, не надо смеяться. Я вам только правду говорю. Что же дальше? Дальше, ох, нехорошо выходит этот трефовый дамы. Хуже смерти. Позор она через вас примет такой, что во всю жизнь забыть нельзя. А вам в ее планете ничего дурного и не выходит. Как ты все это узнаешь, Олеся? Да хотя бы по лицу. Если, например, который человек должен скоро нехорошей смертью умереть, я сейчас у него на лице это прочитаю. Ты же говорить мне с ним не нужно. Послушай, Олеся, мне очень хочется тебя спросить, кое о чем, да я боюсь, что ты рассердишься. Правда ли говорят, что твоя бабушка, как бы это выразиться? Колдунья? Нет, не колдунья. Ну, да, если хочешь, колдунья. Впрочем, если тебе это неприятно, можешь не отвечать. А чего? Что ж тут неприятно? Да, она правда колдунья. Только теперь она стала стара и уже не может делать того, что делала раньше. Значит, ты теперь веришь колдовству? Да как же мне не верить? Весь наш род в чарах. А вы сами откуда? Из Петербурга. Что такое Петербург? Местечко? Нет, это не местечко. Это самый большой русский город. Самый большой? Самый-самый, что ни на есть, и больше его нету? Ну да, там все господа большие, там все главное начальство живет, господа большие. Дома там все каменные, деревянных нет. Уж я бы не применяла своего леса на ваш город. Ну а что, если твой муж будет из города? Еще бы. Никакого мужа мне не надо. Какая ты смешная вещь. Правда ли думаешь, что никогда в жизни не полюбишь мужчину? Ты такая молодая, красивая, сильная. Если тебе кровь загорится, то что не за рок будет. Ну и полюблю. Спрашиваться никого не буду. Стало быть, замуж пойдешь. Это вы, может быть, про церковь говорите? Конечно, про церковь. Священник вокруг ногой будет ладить. Диакон с вами не сами хуй. На голову тебе надену пенец. Нет, голубчик. Может быть, вам не понравится, что я вам скажу? А только никто в моем роду не венчался. И мать, и бабка без этого прожили. Нам в церковь заходить-то нельзя. Все, из-за колдовства вашего? Да, из-за колдовства. Как же я посмею в церковь показаться, когда от самого рождения моя душа продана ему? Послушай, Олеся, поверь мне, что ты говоришь, ты сама себя обманываешь. Ведь это дико. Это смешно, что ты говоришь. Нет, нет, вы не можете это понять. А я это чувствую. Вот здесь в душе чувствую. Весь наш род проклят во веки веков. Вся наша сила от него идет. Я тебя отлично помню.
был один раз. Ты еще тогда утка с яблоками обился. Тебе кусточки дали. Ну, я тебя не помню. А я помню. У меня учитель Аркадий Иванович страшно строгий. Задушил учением. Он какую угодно книжку может прочесть за полчаса. А я учусь в гимназии, в втором классе. Вот у нас так строго. Меня постоянно без обеда оставляют. Ну, это что? Нет, это тебе не что. Хотя я могу тысячи дней ничего не есть. Ты пробовал? Нет, еще не пробовал. Мама не позволяет. А я, знаешь, третьего дня Степка Корноушкина победил. Это кто Степка Корноушкина? Первый силач. Я ему как дал. Он брык. Я ему перочил нож четырьмя лезвиями подарил. А он мне свинчатку. Потом покажу. Если быстро-быстро перебирать ногами, можно летать. Ну это пустяки. У нас в классе многие летают. Здравствуйте, Никита. Я знаю, тебе нравится моя сестра. Ты с ней посторожна. Девчонка постоянно матерь жалуется. Тетя Саша, вы позвольте мне клеить эту коробочку? Да, милая, клей. Что вы клеите? Для чего вам эта коробочка? Эта коробочка для кукольных перчаток. Вы мальчик, вы ничего не поймете. А вам нравится эта коробочка? Да, нравится. Мне она тоже очень нравится. Какая коробочка? Где коробочка? Ну, ерунда. Обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю. Виктор, я, честное слово, пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь. Я тебе говорил, с ней нужно посторожнее. Я беда. Давайте с вами разговаривать. Расскажите мне что-нибудь интересное. Хотите, я вам расскажу, какой я недавно сон видел? Да, просто расскажите, пожалуйста. Мне этот сон снился несколько раз. Как будто ночью открылась дверь в зал, и там стало светло от луны. А там, в углу, где стоял низкий раскорякий диван, вдруг кто-то пошевелился. Из-под дивана, из-под бахромы, вылез огромный кот и начал ко мне тянуться своей лапой. А тут я прыгнул, оттолкнулся от стола и быстро-быстро перебирая ногами, не то полетел, не то поплыл над полом. А тут пробили часы, и я увидел, прямо на ними стояла вазочка. А что было в этой вазочке? Не знаю, это же во сне видит. Все равно надо было бы посмотреть. Вы мальчик, вы ничего не понимаете. У меня есть колечко. Оно волшебное. Слушайте, что мы с ним будем делать? Нет, но почему же мне? Это тоже. Уж ты лес, ты мой лес, ты волшебный мой лес, полный птиц и зверей, и веселых дворей. Я люблю тебя, лес, так люблю тебя, лес. Спасибо, Никита, мне эти стихи очень нравятся. Вы это к нам приедете? Это зависит от моей мамы. Будете писать? Да, я буду писать. Вы хороший мальчик, только я ему этого не говорила, чтобы никто не узнал. Это секрет. А вот скоро мы в Москву. Как ты думаешь, какая она? Не знаю. Ну все-таки, как думаешь, больше себе плохого или нет? Что? Я ничего. Папа говорил нам, что мы будем жить у бабушки. Да, говорил. Бабушка хочет совсем с нами жить. И все будем жить? Разумеется. Мы будем жить в одной половине, вы в другой. Мама и папа приехали, а вы обед внизу у бабушки. Маман говорит, что бабушка такая важная, сердитая. Нет, это только лишь начало. Она важная, но совсем не сердитая. Напротив, очень добрая и веселая. Коли бы ты видела, какой бабл в ее именины. Все-таки я ее боюсь, то, впрочем, Бог знает, будем ли мы. Что? Я ничего. Нет, ты что сказал, Бог знает? Так ты говорил, какой бал был у бабушки. Да, да жаль, что вас там не было. Гостей была пропасть. Людей тысяча и музыка генерал. И это сам танцевал и... Катенька, ты не слушаешь? Нет, слышу. Ты говорил, что ты танцевал.
А чё ты такая-то скучная? Не всегда же веселый быть. Нет, дочь переменилась с тех пор, как мы приехали из Москвы. Скажи, а чего ты стала такая-то странная? Странная? Я совсем не странная. Нет, ты не такая же, как прежде. Прежде было видно, что ты с нами заодно. Что ты считаешь нас как родными и любишь нас, как мы любим тебя. А теперь ты стала такой серьезной, удаляешься от нас. Совсем нет. Нет, дай мне говорить. Ты удаляешься от нас. То, как говоришь с Мими, то не можешь нас знать. Нельзя же всегда оставаться одинаковыми. Надо бы когда-нибудь перемениться. Для чего же это надо? Не всегда же мы будем жить вместе. Неужели ты уедешь от нас? Как же мы будем жить брось? Я знаю, мне самой больно. Только если это случится, я знаю, что я сделаю. Что? Пойдешь в актрисы? Вот глупость. Нет, это что я говорила, когда я была маленькая. Тогда что же ты сделаешь? Пойду в монастырь и буду там жить. Буду ходить в черненьком платьице и в бархатной шапочке. Возился около него. Две ночи не выходил из кузницы. Зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оков положил такого, который не клал на сотникову таратайку, когда выходил на работу в Полтаву. А как будет расписан? Хоть вместо колоток выходи своими беленькими ножками. Не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будут, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя. Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди. Позволь мне сесть возле тебя. Садись. Чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя. Чего тебе еще хочется? Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю сажу и обморал. Меня. Ей все игрушки, а я стою перед ней как дурак и очей не свожу с нее. И бы стоял при ней, и век бы не сводил с нее очей. Чудная девка. Что бы я ни дал, чтобы знать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей нужды ни для кого. Она любит сама собой, мученья бедного. А я за грусть не вижу света. Я ее так люблю. Как ни один человек на свете не любил, никогда не будет любить.